Всем привет зрителям, подписчикам. Вы на канале Телемастер 222. В этом видеоролике посмотрим самодельные компьютеры, которые делали в 80-е годы, 80-е, может даже начало 90-х делали. Такие как Радио 86 RK. Я сам такой собирал компьютер. Я и Орион собирал, и собирал ZX Spectrum. Начнем. Вот у меня тут есть три варианта радио 86 RK, который-то уже это не мое, который-то мне уже подарили когда-то радиолюбители, и у меня по сей день хранятся эти компьютеры. И вот один я еще нашел такую сборную солянку на свалке, нашел, тоже хочу ее показать. Она у меня уже давно лежит, с лета, наверное, лежит эта конструкция. Посмотрим, как же делали компьютеры в советское время. Это было детали дефицит. Я сам, когда собирал, покупал плату в магазине печатную, также 155-ю серию, 580-я микросхема. Мне приходилось там на толкучках, на барахолках покупать там микросхемы памяти РУ. Там также пришлось мне ПЗУшки покупать, РЭФ-2. Ну, пришлось мне вот так, я его собрал. Прошили не ПЗУшки, но он меня сразу не заработал. Пришлось мне его везти в другой город знакомому, чтобы поживить этот компьютер радио 86 RK. И там получилось, что все детали оказалось, все это исправное было, оказался брак в плате. Не туда была одна дорожка разведена. Пришлось перерезать ее, переделать эту разводку, и компьютер сразу заработал. Вот сейчас у меня на столе вот три конструкции. Даже одна какая-то заводская там попала, прототип радио 86 RK. Я уже забыл, как он называется, то ли электроника БК, или может быть еще там как-то он называется, не помню. Сейчас посмотрим подробнее радиолюбительские конструкции. Давай смотрим первую сборку. Вот такая радиолюбительская, которая мне была подарена из гаража. Это уже заказной корпус, какой-то кооператив делал. Реклама была в журнале радио. Клавиатуры эти продавали. Сейчас посмотрим подробнее, как он внутри сделан. Вот он сделан так аккуратно. Почти как и я в свое время собирал. Только у меня было питание, не такой был тут уже. Своеобразное было питание. Давай поближе. Это. Снимем поближе. Вот тут ПЗУшки, даже три ПЗУшки в этом конструкции. Три ПЗУ, почему-то не знаю, тут что-то добавлено. Так-то две, знакогенератор, BASIC, по-моему. Компьютер имел память всего лишь в то время 32 килобайта. Сейчас гигабайт, тогда 32 килобайта, это читалась память. Вот у нас микросхемы памяти стоят. Здесь у нас процессор 580, VM80, также порты, ПЗУ, как я говорил, тут даже три, что-то дополнительно стоит, ВГшка, это генератор, по-моему, видео преобразует, знакогенератор, как он называется, не помню сейчас, вот такая вот машинка была радиолюбительская. Сейчас посмотрим еще одну. Так вот, посмотрели. Вот. В общем, еще одну радиолюбительскую конструктор. Посмотрим. Тоже вот радио 86 RK. Ну, он такой уже, это то ли перемотан чем-то. Что-то осталось здесь. Клавиатура. Клавиши, как калькулятор. Я тоже с калькулятора собирал, когда делал для себя клавиши. Ну, посмотрим, что внутри. Ручки. Тут по две штуки бутербродом вот так спаяны. По две штуки бутербродом спаяны ручки. Вот. Можно поближе снять там. Знаете. Видно их память.
общем, не 32 килобайта, 64, видать, увеличили. Блок питания. Посмотрим, такой вот трансформаторный, классический. Ну, тот же самый набор, просто другая конструкция. Но здесь, конечно, разъема нет. На том хоть разъем сделан. Здесь просто спаяно все напрямую. Такие толстые провода, что могли радиолюбители достать. Так и смогли сделать. Вот этот еще более-менее тоже аккуратная сборка. Тоже, скорее всего, может, даже он не работает. Сейчас пока будет в следующий раз их испробовать. Тоже мне интересно их запустить. Но, естественно, у меня нет программ для них. Так же вот. Вот. Два ретро-компьютера сохранил. Так бы, если попали драгметаллистам, уже давно бы от них я торонок не нашел. Вот, нынче попался вот такая соляночка. Смотрите, сколько проводов. Вот такая. Так, поближе покажем. Как. Сборка сейчас еще там интересно будет. Это вот уже дополнительно что-то было собрано. Сколько проводов. Радиолюбительская конструкция. Также ПЗУ. Может, тут уже что-то дополнительное было. Здесь можно отчетливо увидеть РК-86. Ну, там 93-й год. Видать, инициалы. И вот это, я не знаю, что, КРДА. Вот такая сборочка. Покажем сегодня. Сейчас еще от него покажу, как был сделан блок питания. Тут вот микросхема на проводах висит. Тут еще что-то. Вот как даже разобраться надо было, да? Кварц. Это уже он на свалке был, я его просто так подобрал, что-то его уже разбил. Ну так он не достался. Тут, видать, провода на клавиатуру ушли. Ну, уже это все оборвано. Тоже такая интересная радиолюбительская. Снизу. Сейчас покажу еще от него блок питания. Посмотрим. Вот от этого же компьютера блок питания. Вот так вот оно было бутербродом собрано. Вот это и вот это. Диодный мост 242. Тут не знаю, тут может трансформатор что-то было, но уже это до меня уже ушло. Вот. Сейчас тоже посмотрим. Значит, это делали. Видно. БК, блок питания. Что там еще у нас написано? Так. Тоже подробно. РК-86. Блок питания. РК-86. Радио. Делали, видать, 7.06.1989 год. Вот это вот от этого. Покажем, вот оно. Все. Это вот прокладка была между платами. Также посмотрим. Вот. Когда еще сделано было бэк питания. РК-86. 05-06-1989 год. Вот здесь мощные 242 диоды. Вот такой вот набор. Также мне попалось, было найдено плата, еще покажу, специалист экспресс недоделанная. Кто-то, видать, собирал и недособрал его. Подробнее посмотрим. Естественно, тут только у нас логика 155, кварц стоит, конденсаторы, панельки под микросхемы, под ПЗУ, под процессор, под
стоит. Память не поставлена еще. Ну, посмотрим снизу. Также есть надписи тут. Но мне такой компьютер не приходилось собирать. Вот. Так выглядит. Борка-то так мне что досталось. В общем, покажем еще одну сборочку. Так, компьютер ZX Spectrum. Тоже я такой собирал в свое время, где-то в 90-м году. Гонялся, чтобы процессор купить. Первый я процессор купил. У меня какое-то было изрезанное изображение, когда я у товарища проверил. Купил бракованно, так он неправильно был. Потом я, значит, купил новый с магазина процессор, был исправлен. Ну, конечно, я с первого купил плату такую. Это, в общем, ездил в Екатеринбург, магазин был такой, на Малышева, радиотовар или радиодетали он назывался, уже не помню. Ну, там стояли на улице, человек торговал такими платами. Я купил плату, часть логики где-то там у друзей взял, часть что-то закупал микросхем. В общем, паял это все дело. Z80 у нас был на панельку поставлен, также ПЗУ были на панельку, и за ПЗУ я долго бегал, искался даже, что возле магазина торговал, невозможно было купить такие ПЗУ микросхемы, вот эти РФки, ну где-то не удалось на каком-то магазине купить одну, только ПЗУшку РФ-4 новую, двух не было, одну купил, одну не, по-моему, друг помог где-то, надыбал. Мне их прошил в то время. Также мне еще надо было память найти, чтобы собрать. Здесь память, по-моему, у нас 48 килобайт. Или 64, я уже не помню. Но тоже это был дефицит. Я ходил, кто продавал радиодетали, я не мог найти. Эти памяти не смог тогда найти. Потом по магазинам ходил, сколько, наверное, целый месяц я искал. Когда поеду, пройдусь, нигде невозможно было ее купить. Потом я как-то захожу в один магазин, там тоже стоит радиолюбитель. Я говорю, так вот так, мне нужна память, где их можно приобрести. Он мне посоветовал съездить в кооператив, дал адрес, там езжайте, в подвале собирают такие компьютеры, может, они вам продадут. Я приехал в этот кооператив. Действительно, это было время обед. Зашел там, никого не было. Один человек был, говорит, ждите, после обеда придут. Вот, зашел я там, такой был. Очень, типа, такой, очень большой стол, типа теннисного. И сидят вокруг этого стола, собирают этот компьютер. Так вот, эта плата как будто по конвейеру идет. Значит, я там у человека спросил, так-то так же, нужны такие микросхемы. Он мне 9 штучек продал, как 8, и плюс одну запас, мало ли что случится, он мне 9 штук их. Здесь у нас их 8 стоит, он мне 9 штук продал. Все, я собрал компьютер, в принципе, это хорошая повторяемость, сразу он заработал без проблем. Ну, конечно, игрушки на нем поиграл. Так, более распространенно это. Многие, наверное, радиолюбители собирали на процессоре Z80. Остальное тут 155. Можно было ставить 555 серию или 1533 была серия. По тем временам тоже неплохие микросхемы, тоже это работала логика. Ну и тоже такая неплохая машинка по своим временам была. Значит, здесь программа с кассеты загружалась, типа с магнитофона бытового. За все вот эти компьютеры, которые я показывал, они с помощью магнитофона загружали программу. И также с него можно было
тоже на магнитофон записывать что-то там. Набрал какую-то там, составил программу, и также можно было записывать. Также обычно эти кассеты продавали в киосках для игры, как назывались, ZX Spectrum. Были заводские иконы, там Magic, Quorum был, по-моему, 128. Это вот, смотрим тоже. Это тоже не моя, это тоже найдено. Вот такой корпус. И чего-то. Что-то разрезали. Видно было, что-то склеили вот так вот. Такое, что аккуратно маленький корпус. А что было, тут что-то даже написано. Какое-то, наверное, изделие было, что цена 45 копеек. Так непонятно, что это было. Видно, распилили и склеили из двух частей. Что-то такое длинное было, корпус. Видно, что аккуратно поп, в аккурат так по плате сделали. Кремки даже тут что-то, по-моему, все на месте. А нет, тут резисторы кремок. Да, кремки вон ободранные. Это он мне такой достал, кто-то дать выщипал его и выкинули. Кремок, к сожалению, тут не оставили. Те он как-то отдали. Этот уже без кремок. Вот, дать в руки драгметаллистам он попал. Его выщипали, знаете, как-то ПЗУшки оставили. Это не сняли. Остальное выщипано. Видно. Так. Так. И чё? Посмотрим. Заводской компьютер. Тоже, надо сказать, прототип РК-86 по набору. Это, скорее всего, электроники как-то бы, или БК там было, я уж не помню, что это было. Но здесь все на месте. Я его разбирать не стал, пока оставил его. Вот посмотрим. Тоже здесь у нас памяти стоят. Также логика. Также ПЗУ знака генератора, бейсика. Также два порта. Ну, такой же набор, как РК-86. В принципе, все были заводского производства. Скорее всего, тут даже дата где-то написана. В каком же он году выпускался. Сейчас перевернем, посмотрим. Тут где-то что-то видел. Дату его выпуска. Уже не помню где. Так, дата выпуска. 4-й месяц, 93-й год. Вот здесь указано. Такая вот. Скорее всего, такие, наверное, до 94-го, до 95-го года выпускались. Такие бытовые компьютеры уже промышленности нашей. Те времена. Ну и по деталям тут, наверное, тоже года указаны. Ну тут 90-й там, по-моему. Вот такой компьютер. Советская промышленность, советская радиолюбительская конструирование было. Сейчас, наверное, такое уже никто не делать никогда не будет. Пошел, купил готовое, как говорится. Вот. Раньше сами паяли, сами что-то делали, искали эти дефицитные микросхемы, бегали. Уходило всего там чуть не полгода там собирать этот компьютер, то и больше времени, чтобы это все найти, собрать. Сейчас намного проще. Пошел в магазин, купил ноутбук и наслаждайся. Раньше вот сами собирали компьютеры. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222.
Вот КВНчик, посмотрите. Раритет. 50 какого-то 6-го года он выпуска. В рабочем состоянии. В общем, на этом все. Всем пока.